На базе 7-й школы Павлодара прошел городской этап республиканских чтений «Машхур Жусупа». В нем приняли участие 67 учеников из 31 школы областного центра. Юные умы участвовали в творческих конкурсах по разным направлениям. Чтение «Машхур Жусупа» – это конкурс знаний, творчества, ставший традиционным в Павлодарской области. Смотр школьников имени великого земляка проводится на республиканском уровне уже 3 года. На этот раз в городском этапе приняли участие ученики 8-11 классов из 31 школы. Конкурс проводится по 4 номинациям. Алдымда олен жаз деп қағаз келген. Здесь ребята рассказывают свои стихотворения, посвященные «Машхур Жусупу». Второе направление – бас, болып, өнер, бельсен. Здесь защищают научные исследовательские проекты, посвященные Машхур Жусуп Купееву. Третье направление – білім зерек, адам болам. Здесь пишут эссе ребята. И четвертое направление – ұлы даланың ұлы есімдері. Здесь они пишут, описывают великие личности в произведениях «Машхур Жусупа». В чтениях «Машхур Жусупа» интересны все номинации. Привлекло внимание первое, где надо было прочитать стихи. Ученики, принявшие участие в этой номинации, говорят, что в будущем хотят стать поэтами, выбрать стезю литературы. Я с самого раннего детства мечтаю стать поэтом. То стихотворение, что я пишу, потом правим с моим папой. После этого участвую в таких конкурсах, как чтение «Машхур Жусупа» Абаевские. Номинация эссе для учеников открывается большая возможность выразить свои мысли творческим языком и художественными способами. Я впервые участвую в чтениях «Машхур Жусупа». Это очень легко, если вы знаете, к чему готовитесь. Мне нравится писать эссе, интересуюсь литературой, историей. Связываю свою будущую профессию с этой сферой. Написать эссе – непростая задача. Надо серьезно подготовиться. Прежде всего, необходимо знать всю биографию Машхур Жусупа Купеева, какие знания он оставил для нас. Участие в таком конкурсе многое дает для моего развития. Кроме того, школьники продемонстрировали свои умения в научных проектах по фольклорному наследию Машхур Жусупа, описании великих личностей по его произведениям. Победители городского этапа награждаются дипломами и получают путевки на областной конкурс. Мурат Белмажит, Жансел Серикбол, Алексей Михедов и это Сакпарат.